Altynay? Ну, она звезда. Звезды, понимаете, они все разные. Но звезды. Понимаете, может кому-то нравится, кому-то не нравится. Но то, что она звезда, это факт. Вы часто бываете ей недовольны? Ну, вообще-то редко. Я просто очень придирчива. И хочу, чтобы она была все лучше и лучше, не сдавала позиции. Пустой репетиционный класс холоден и равнодушен. И непонятно, как может родиться здесь поэтическое чувство? Но если родиться, сумеет ли сохранить себя в этой вызывающей функциональной атмосфере, которая и есть святая святых русского балета? Не сцена, где царствует блестящая эфемерность, а этот класс, обиталище духа балета. Танцовщики приходят и уходят, великие и не очень, известные миру и неузнанные им, но все они ипостаси этого духа, его избранники. Потому что она со мной очень много возилась. Вначале я была очень толстая, вот, и поэтому все считали, что я очень ленивая. А мне просто было противно на себя в зеркало смотреть. Поэтому я все ждала, когда я просто так сама собой похудею. И тогда я начну работать. Я сбегала с уроков. Ольга Николаевна за мной бегала, чтобы обратно вернуть меня на урок. На репетициях меня заставляла очень много. Мне, конечно, я всегда хотела танцевать, но я знала, что это трудно, но я не думала, что это до такой степени трудно. Для балерины она почти идеал, да. Потому что у нее, в общем, есть все. Она обладает всем. Она может легко станцевать «Жизель». На следующий день она прекрасная Шахерезада, а через день она прекрасная Китри, а через день она прекрасный Лебедь. Это очень мало кому дано. Очень. Altynay это постигла. Повторенные глаза, наблюдавшие миллионы подобных движений, но подобных ли? Будто ничего не происходит, но ты чувствуешь напряжение, мощные токи, соединяющие этих двух женщин, чувствуешь, что связь между ними абсолютна, выражение почти вневременности. Прекрасное тело, живущее поэзией, глаза и лицо бескомпромисснейшего судьи, знающего, кажется, цену всему. Разъединенные пространством, они едины, как время и движение. И в этом единстве тайна русского балета.
Я помню, у нас один раз было, я как-то тоже танцевала «Лебединое озеро», еще в самом начале своей творческой жизни. И очень волновалась. Я станцевала первый акт, значит, мне надо было и вот второй акт, «Черная ПДД». И у меня вот, я не знаю, либо от того, что как-то я в себя еще мало верила, и у меня вот, ну, типа истерики. Она заходит, а я говорю, я не хочу, я не выйду, я не хочу, я боюсь, у меня ничего не получится. Она мне сначала говорит, возьми себя в руки, спокойно. Говорит, возьми себя в руки, разве можно так распускаться? Тебя все ждут, зрители ждут, что ты здесь устраиваешь? Я говорю, нет, я плохо танцую. И вдруг, значит, я значит, на нее смотрю, она размахивается и дает мне пощечину. Ну, так, тем более, так, ну, по-настоящему. И у меня такой был какой-то шок такой, я на нее смотрю, я не могу понять, что произошло. Она говорит, ну теперь ты все в порядке у тебя? Я говорю, у тебя все в порядке. Потом я говорю, Ольга, как вы вот так вот чувствуете, когда что надо делать? Потому что она обычно, она никогда, чтобы вот как-то оскорбить или обвинять, никогда такого, конечно, не делает. Но, вероятно, в этот момент мне как раз вот нужно было что-то такое, чтобы меня привести в порядок. И я вышла совершенно спокойно. Долго со мной много возилась. И она мне как бы дала мне веру в себя. Говорю, что все начинали, всем трудно, надо себя перебороть, если ты не будет характер, у балерины должен быть характер. Ты должна себя превозмочь. Потом ты себя будешь уважать за это. Поссорились, и мы всегда можем найти общий язык. Даже иногда у нас и бывают какие-то столкновения. Не столкновения, а разные взгляды, я бы сказала. И мы иногда можем поспорить, но как-то стараемся всегда найти общий язык. Я ей очень верю, Алтынай. Я всегда в своих даже жизненных каких-то проблемах, вопросах, которые у меня бывают непонятны иногда, я всегда, когда мне трудно, звоню Алтынай. И говорю, Алтынай, скажи, вот как ты думаешь? Вот давай поговорим. И мне очень ее совет, и дружба, и вот такая надежность, это качество, которое неоценимо, по-моему, в людях. Загадка русского балета и загадка русской души – это одна загадка. И разгадать ее можно только здесь, в репетиционном классе этого театра. Полное бескорыстие, полное растворение друг в друге, полное доверие, совершеннейшее взаимопроникновение, бескорыстнейшее стремление стать другим и отдать, отдать, отдать. Это наша тайна. Этого не может никто, кроме нас. Как тигр. Вот если кто-то обидит хоть одну ученицу, она готова разорвать на части. И поэтому у нее иногда даже бывали проблемы вот с руководством. Она такая, вы знаете, Николаевна, с ней невозможно. Она надоела со своими девочками, а без конца только про них и говорит. Хотя нельзя сказать, что она не объективная. Конечно, она любит своих девочек, но она все-таки человек объективный. Дивное тело танцовщицы, хрупкое и сильное,
несет на себе всю тяжесть столетий, их неимоверную тяжесть. Нескончаемые воспоминания о гениях прошлого, которые летали по сцене подобно пуху от устеола, увлекая, зачаровывая, околдовывая не просто зрителя, а само время. И неистовство зала, рвущееся сквозь столетия, оно поддерживает или страшит? О, хрупкое и совершенное тело! Почему человечество, думая о будущем, живет не настоящим, а прошлым, пребывая в уверенности, что все совершенно, идеально, уже состоялось, и мы, в лучшем случае, его тело? Почему? Я бы и не поверила, что прошло 18 лет. Они прилетели, ну, я не знаю, как лет 10, 5. 18 лет, это балетная жизнь, это 20 лет. Поэтому, ну, что же мне, как же мы с ней можем расстаться-то уже? Это уже все.